9 утра, сегодня 4 марта 2022, вот видим, очередь в аптеку огромная, и там вон очередь. Я был только что на УПТК, хотел зайти в магазин Ева, снять наличку, но там она открывается с 10 часов, и налички у них, можно сказать, что нет, если они наторгуют, тогда они могут каких-то людей отпустить. Хотел съездить бензина заправить в Каховку. Ну, наверное, пока не поеду, потому что ну, нет налички, я не знаю, карточки, наверное, не могу. Так, ларечки разбиты, видел, там окна разбиты. Мародеры, блин, работают. Люди стоят в очереди. Еще говорят, можно в АТБ там наличку снять. Там до 500 гривен. Там тоже, наверное, очереди. Сейчас пройдем, я покажу. Ну, вот это, кстати, очередь в копеечку, в аптеку. Это там как раз обналичивают деньги. И мы видим, вот ездят машины с белыми ленточками. Вот волонтерская, волонтер какой-то, священник поехал. Вот видим, вот тоже очередь нескончаемо. Хлеб из всех этой поликлиники. В аптеках очереди. Вот в абсолютовской аптеке очередь. И вот аптека подороже. Там тоже люди стоят. Симпатик тоже вот бесконечная очередь. Это очередь, все. Привет, привет. В очереди стоит. Да. Вот вам и очередь. Тут тоже вот какие-то магазинчики. Ага, в ларек вот. Большая очередь. И за овощами, я так понял. Так, и в Аврору очередь. Короче, вот эти магазины открыты. В Авроре можно там бумагу туалетную взять, такое там шнуры, зарядки, батарейки. И там вон аптека тоже очередь. Ну, в общем, вы видите, все прекрасно. Вот на 47-м хлебушек привезли. Ася, тоже ларек работает. Вот машины с белыми ленточками. Вот так вот. Голуби мира к нам приехали. Приехали, блядь, защищать нас. От этого режима, блядь, бандитского, наркоманского и неонацистского. Это ж надо такое пиздануть, блядь. Защищать. Жили себе нормально, блядь. Блин, счастливые люди, самые счастливые люди, свободные были. Сейчас пришел этот, блядь. У нас вот УСБ было выбирает. Здрасте. Что у вас тут? Тихо, спокойно все? Хорошо. Ну хорошо.